Горе, город Африн, для того, чтобы присутствие российского флага было видно, и рядом находится граница с Турцией. Все понимали, что мы поддерживаем сирийское правительство, сирийские вооруженные силы, и наше присутствие здесь будет служить гарантом мира и безопасности на границе с Турцией. И также местное население, курды, они тоже будут находиться в зоне нашей ответственности. То есть будет организовано с ними взаимодействие для того, чтобы граница Сирии была незыблемой. Thank you.